Привет, друзья! Сейчас я вам покажу, как можно получить 10 игр с коллекционными карточками бесплатно на свой Steam аккаунт. Для этого переходим по ссылке из описания. Переходим вот на этот вот сайт. Здесь есть три задания, которые нам нужно выполнить. Это вступить в группу в Steam. Чтобы это сделать, для этого ждем вопросительный знак и вот эту кнопку. Жмем присоединиться. Все, мы присоединились. Закрываем. Здесь жмем кнопку Continue. Continue. Так, все, вступили. Нужно посмотреть какие-то Humble, новые Humble Jimbo 9. 9 бандлов каких-то. Жмем, переходим. И, собственно, все. Тут жмем Continuous. То можно закрывать, даже не смотреть. И жмем сюда. Что-то такое, даже не знаю, как перевести на русский, потому что я английский нифига не знаю. Так, и жмем Continue. Все, и вот наш ключ от 10 игр. Копируем его. И переходим непосредственно в сам Steam. Здесь мы жмем «Добавить игру», «Активировать Steam». Далее, согласен, вставляем наш ключ. Эти продукты у меня уже есть, поэтому ключ я оставлю в описании под видео. Кто успел, тот, собственно, и активировал данные игры. На этом спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, ждите новых видео на тему, как получить бесплатные игры в Steam. Всем пока!